Городок под маской. Здорово! Здравствуй. Ну что, болеешь, да? Да. Я тоже уже. Третий день на больничном, я сяду. Садись. От скуки? Волком бою. Короче, сосед. Есть идея. Какая? Надо что-то делать. Отличная идея. А что делать? Я не знаю. Понимаешь, я просто чувствую, что сейчас самое время что-то замутить. А почему именно сейчас? Ты что, телевизор не смотришь? Почему? Что сейчас в стране? В стране сейчас что? Демократия? Хуже! Эпидемия! А когда в моей стране беда, я лично не могу сидеть сложа руки. Я не могу. Потому что я чую, что на этом можно заработать. Но я не знаю как. Ой, Антон, думать надо о другом. О том, как выявить больных, как победить болезнь. Вот у нас сейчас в стране не хватает масок. Таких же можно шить. Вот. У меня и марля есть. Ну, отлично. И швейная машинка. Ну? Ну, жаль, вот нету образца. А есть образец? Образец-то есть. Мы когда-то с женой эти маски шили, так они, знаешь, уходили на ура, просто разлетались. Сейчас. А ну кто болен? На пол! Все! На пол! Ты ж надо так меня напугать. Здесь совсем другая маска нужна. Есть у меня и другая. Вот, пожалуйста. Вот. Нормально? Вот это нормально. Не, ну ведь, ну ты же сам сказал, что нужно как-то выявить больных. Ну, ты сказал? Сказал. А все на пол? Это у нас самый надежный способ. Ну, это лучший способ против коррупции и воровства, но не против эпидемии. А знаешь, чем у нас отличается коррупция от эпидемии? Ну, чем? Тем, что эпидемия когда-нибудь закончится. Ну, следи за рукой. Следи. Раз, два, поехали. Слушай, если мы будем продавать маски по 10 рублей, то что у нас получается? По 10 рублей? Угу. Да вы сошли с ума, Антон. Вы с ума сошли. Да. Извини, Витек, извини. Ты прав, лучше по 20, лучше. Как вы можете? В стране эпидемия, а вы будем шить маски и отдавать их людям бесплатно. Бесплатно? Бесплатно. Угу, хорошо. Еще говорит, что это я с ума сошел. Извини, двадцатник на ветер. Если бы я вот узнал в толпе гада, который меня заразил, дал бы ему пяток один раз. А маски надо будет пошире делать. Витя, а вот если человек заразился, ему обязательно носить маску? Конечно. Конечно. Всегда хорошо, когда на лице у больного маска. Ну, потому что тогда меньше шансов заразить других, да? Да. Но главное это то, что в маске меньше шансов, что другие узнают того, кто заразил их. Слушай, ну до чего же этот вирус гнусный, а? Ужас, жуть. Представляешь, отец мой, вчера еще был таким молодцом, у-ху. А сегодня утром хоп, и все. Степан Иванович? Угу. Как это? Хоп, и все. Ну, так это. Вчера еще за пивом бегал. А ну температура. И утром все. Перестал дышать. Что же сразу-то не сказали об этом, а? Вот я бы хотел вам немножко помочь. Возьмите, пожалуйста. А почему бы и нет? Бедный Степан Иванович, как-то вот так вот разом, да, вот так вот,
дышать перестал, вот и все, да, вот. Но, конечно, насморк у него чудовищный. Нос не дышит вообще. Он нас с женой достал уже сегодня. Это умножить на 20 рублей. Ну, значит, договорились, да? Маски всем раздавать бесплатно. Ну, слушай, ну ты бы хоть о себе подумал. Больше ж о тебе подумать некому. Ну, ну и богу, ну в самом деле, ну, тебя же даже жены нет. Ты же никому не нужен, получается. Да почему не нужен? Есть у меня на работе один вариант. Прекрасно ко мне относится 2 раза в неделю. И вообще говорит, что у нее любовь до гроба. Ну так что ты на ней не женишься, не веришь, что ли? Что, любовь до гроба? На. Как раз очень даже верю. Она уже 3 мужей похоронила. Кино. Отлично. Вот такие будем шить. Но как можно быстрее. Эпидемия. Если бесплатно, то без меня. Такие деньги можно заработать. А ты тут соплей развел. В переносном смысле, естественно. Неужели, Антон, трудно себе представить, что люди могут бескорыстно относиться друг к другу? Трудно? Трудно. Ну как, ну просто вот, просто, ну не знаю, просто приносить друг другу добро. И мир сразу станет лучше. И людям будет счастье. Это ведь так прекрасно. Мир, добро, счастье. Я хочу об этом сказать всем людям. Во-первых, вот так понести вот эту мысль. Мир, добро, счастье. Слушай, а ну еще раз делай. Мир, добро, счастье. Я придумал. А? Да, я придумал. Все. Я придумал. Ну, и маски можно будет раздавать бесплатно. Пожалуйста. Вы согласны? Я вас убедил? Да, но только об этом нужно сказать всем людям. Ну, да. Всем. И я организую твои выступления. Ты понимаешь? Да ну, я вижу уже афишу. Слово о добре, мире и счастье. Маски выдаются бесплатно. Вот. Я знал, что вы меня поймете. Именно вот так. Слово о добре, мире и счастье. Маски выдаются бесплатно. Цена билета 300 рублей. Нет, 320. Ну, 20 рублей вам. За маски. Ну, как вы и просили, Антон.